это место захоронения более 2000 воинов советской армии, которые погибли от ран в сочинских госпиталях. После минуты молчания и военного салюта к вечному огню возложили венки. И там же парадным строем прошли служащие сочинского гарнизона, отдавая честь собравшимся ветеранам. Я здесь лежал в Сочи, в госпитале. Там вот целый ряд ребят, которые погибли в госпиталях. Вот нечто скорбь, большая скорбь. Для меня, как и для всего народа, это радость и печаль, потому что погибли мои родственники, все друзья, и отдано исключительно много жизни. Дань памяти отдавали и на морских рубежах. На волны Черного моря спустили траурный венок. А в Красной Поляне накануне установили пушку времен войны. Такие орудия защищали подступы к Сочи.